Расписание на праздник Пасха. Ночное праздничное пасхальное богослужение в 23.20. Исповедь грехов 22.00. Завтра, 16 апреля, в воскресенье, в день праздника Пасхи, вы можете получить мастер-класс «Как звонить колокола а также сделать бесплатную фотосессию на колокольне храма. Бесплатно от звонаря и фотографа храма. Завтра в 6 часов вечера показ художественного фильма новинки 2017 года «Воскресение Христа». Бесплатно на большом экране в киноклубе Никольского храма поселка Добренко. Римскому трибуну дано задание найти пропавшее тело, распятого на кресте Иисуса Христа. Командир находит святых апостолов и встречается с воскресшим спасителем. И его жизнь круто меняется. Не пропустите завтра в 6 часов вечера в киноклубе Николаевского храма поселка Добренко бесплатно на большом экране. Берите своих друзей. Завтра будет в наш храм доставлен благодатный огонь в 20.00 и будет находиться всю Светлую Седмицу. Посещение кладбищ в дни Светлой Седмицы неуместно, так как для умерших настало торжество – Воскресение Христова. Не беспокойте усопших. Для поминовения усовших установлен особый день – это «Радоница» во вторник через неделю после Светлой Седмицы. В этом году это 25 апреля. Передайте своим друзьям, позвоните им или напишите. Подробнее сети интернет на сайте provera.ru, а также в группах социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», «Добринский храм». С наступающим праздником Пасхи!